Смотрите, как стала выглядеть тачка Семена. Сейчас у нас идет кропотливый процесс сборочки. Все почищено, все на резиночках, на фитингах. Устанавливаем новый гейт. Очень интересно уже на настройку загнать эту машину, потому что у нас здесь стоковый 2GZ. Имею в виду стоковый на стоковом поршне, на стоковом шатуне. Полностью перебранный. И вот на вот такой вот маленькой 25 турбинке, которая по документам написано выдает 660 лошадиных сил. Вот мы хотим ее всю реализовать на этом моторе. И очень интересно, потому что в принципе вот с такими турбинками будущего, вы посмотрите, какая она маленькая. Она вообще малюсечка, а такую мощность выдает. Ну, в общем, вот так. А вот тут у нас идет процесс то ли разрушения, то ли постройки. В одном месте вырезаем дыры, в другом их завариваем. Тут все еще дестрой, тут уже